Холера. Еще одна дыра. Неприятностей не хотим! Идите своей дорогой! Оставьте нас в покое! Ты кто? Я тебя не обижу. Давай, я осмотрю твои раны. Что-то ты не похож на бродячего жреца. Собака! Болит, даже когда говорю. Если б не доспех, я б на куски развалился. Я приведу помощь. Напрасный труд. Тут люди чужим дверей не открывают. Поищи лучше моего оруженосца. Моя последняя воля — намылить ему шею за то, что он сбежал от трупоедов. Я нашел его тело на берегу. Слушай, я приготовлю для тебя целительный эликсир. Он тебя, скорее всего, убьет, потому что ты не ведьмак, но тебе терять нечего. Все-таки есть шанс, что твой организм справится с токсинами в эликсире и начнет регенерацию. Ха-ха. Лучше сдохнуть под забором, чем стать мутантом. Не станешь, не бойся. Лежи спокойно и не двигайся. Попробую поискать кое-какие травы. Держи эликсир. Пей до дна и постарайся, чтобы не стошнило. Пей. Сразу ты не умер. Это хорошо, но еще ни о чем не говорит. Так что сиди тут и жди. Ты не мутант, так что уйдешь ты отсюда только через пару дней. Спасибо, ведьмак. Благослови тебя, Крэви. Не было случая представиться. Я Геральт из Ривии.
Болтон, с переправы. Я собирался попытать силы на арене, но тут налетели трупоеды. Конь испугался и сбросил меня в полном доспехе. Я кое-как дополз до сюда. Собственно, вот и вся история. Может, и заказ из этого получится. Сомневаюсь. Объеденные останки не гниют, не смердят. Вот собака. Тела проигравших на арене скидывают с обрыва. Местных мертвые не интересуют. А вот трупоеды собираются сюда, как на пир. Выздоравливай, Болтон, с переправы. И прощай. Вот, возьми мое приглашение. Если хотя бы половина того, что говорится о ведьмаках, правда, ты на арене справишься. Спасибо, Болтон. Это я благодарю тебя. А теперь, Геральт из Ривии, если ты не имеешь ничего против, я хотел бы вздремнуть. Кто там колобродит в потьмах? Пошел отсюда, а то собак спущу. А с той стороны стены трупоеды. Так что если выбирать, лучше уж собаки. Шутник, да? Все вы весельчаки. А как на арену выходите, сразу охота шутить пропадает. Я не шучу. Я промок и устал. Впусти меня. Ага, вампир значится. Не пущу внутрь кровопивца. Чтобы да, так нет. У меня тут угри с чесноком, так и знай. Что на это скажешь? Можешь испытать меня угрями в чесноке, проточной водой и пивом тоже. Кто ж тебя разберет? Шляется зло по ночам, изводит порядочных людей. Так что будем ждать до утра, до петухов. Ежели не рассосешься, впущу. Мне что же, под стеной сидеть? Эй, ты там! Ушел. Поищу-ка я место для ночлега. Тут еще сила нечистая. Петух уже пропел, и я себя отлично чувствую. Запах вот только... Приглашение есть? Есть. Ну, значит, проходи. Удачи на арене. Yeah!
Осторожно! Он справился с охраной короля! Осторожно! Он справился с охраной короля!
Thank you.
Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся? Не входи туда. Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Еще бросай. Че? Кости не прокатились. Так я мухлюю? Ах ты, сука! Гляди, снова проснулся. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок! А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Меня так просто не убьешь. Полагаю, нас не представили. Вернон Роше. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал? Бьянка! Сними с него кандалы. Геральт из Ривии. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сидеть же с пересохшей глоткой. Ты расскажешь мне все, что помнишь о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За Тимерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного. Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. Но что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно. Мастер-ведьмак, вы спите? Его Величество, король Тимерии, Понтора, Махакама и Содана, сеньор-протектор Бругге, призывает мастера Геральта к себе. Передай сейчас буду. Я извиняюсь, что в такую рань, но король
Мы поняли. Удачного вам дня, госпожа, мастер-ведьмак. Глупая война. А все так хорошо начиналось. Ну, милый, короли не ведут глупых войн. Вырубили лес, грабят деревни, а скоро начнут убивать. И все потому, что Фольтест рассорился с любовницей из-за близнецов-бастардов. Скажешь, это не глупость? Дети незаконные, но в их жилах течет королевская кровь. А Лавалет и старый темерский род. Этого достаточно, чтобы однажды они могли претендовать на трон. История знает такие случаи. Это ничего не меняет. Да-да. Фольтест и остальные короли Севера, может, и не блещут интеллектом и хорошими манерами. Но это короли, и других у нас нет. Только поэтому я сейчас пойду к Фольтесту. Но когда замок возьмут, мы уедем. Тебе снова снилась дикая охота? Угу. Кажется, это очень важный сон. Но могу вспомнить только, как бегу через лес и... дикую охоту. Я просыпаюсь, пытаюсь удержать сон. Вдруг в нем есть какая-то подсказка. Какая-то зацепка, которая поможет вернуть мне память. Может быть. Сны обладают большой силой. Говорят, они могут изменить даже настоящее. Мало ли что говорят. Обычно на поверку все оказывается вздором. Поживем, увидим. Что с неудачливым убийцей, как вскрытие? Кошмар! Ты убил его месяц назад? Потом эти дилетанты, люди короля, пытались скрыть его сами. То, что мне привезли на телеге, трупом-то назвать сложно. Король хочет узнавать все из первых рук. Ты нашла что-нибудь? Лучше бы не находила. Мне не удалось установить его возраст. И он отлично видел в темноте. Его зрачки адаптировались к свету не хуже твоих. То есть убийца, который месяц назад прошел через все посты и едва не убил короля, был ведьмаком? Похоже на то. Я никому не говорила. Я понимаю, чем для тебя это может закончиться. Ты теперь защитник, телохранитель, королевский ведьмак. Только вот господская милость на пегой лошадке ездит. Один разведчик видел дракона над рекой. Говорит, наткнулся на разъезд с Каэтаэли, уже приготовился умирать, но прилетел дракон. Эльф и палень ниц, и разведчик успел сбежать. Геральт, ты этому веришь? Кстати, насколько я помню, ведьмаки не охотятся на драконов. Разве что-нибудь изменилось? Нет. И понятно, что никакого дракона здесь нет. Это Велохвост, Ослиск или Виверна-переросток. Думаю, во всей этой истории правда только то, что разведчик наткнулся на эльфов и удрал. Пойду. Пора заняться похотливым королем и его войной. Я скоро подойду. Команда смирно была, дубина!